Итак, здорово. Пизда у коровы, короче. Наконец-то смотр на игру Control. Игру Control. Многие ее, так сказать, просили сделать. Причем, когда она еще вышла, а вышла она где-то примерно осенью. Но мне-то не было смысла на нее делать, потому что здесь типа главной фишкой это рейтрейсинг, и у меня-то не было видеокарты. И на самом деле видеокарту вот я решил покупать с рейтрейсингом именно ради этой игры. Ну, мне просто ее посоветовали. Вот. Но сейчас, когда я запустил, я уже поиграл, да. То есть я вот... Это не первые кадры, как вот я вошел. Я тут уже где-то полчасика или даже чуть больше поиграл. Блять. Вот. И сразу скажу, что ощущение, конечно... Хуйня, в общем, а не игра. И тут даже нету разрешения 4К, по крайней мере, я не нашел, когда вот есть какое-то разрешение рендеринг 2560, а разрешение вообще Full HD, и тут нету больше. Вот, все на высокий, на максимум поставил. Трассировка лучей высокая, все тут на максимум. Вот, но учитывая какой FPS, а FPS невысокий. А, странно. А почему FPS стал 120? Блять, я что-то забил, что ли? А, я случайно, видите. Случайно сбил. А, FPS, сами видите, невысокий. То есть, грубо говоря, в 2К оно рендерится. Непонятно, зачем они так поебанутым сделали. Типа Full HD, но в разрешении рендеринга 2К. FPS всего 52. И, соответственно, если было бы 4К, то очевидно, что FPS был бы, я не знаю, 30, типа такого. Вот, поэтому его нету, скорее всего, потому что... Блять, тут ужастик ебаный. Его нету из-за того, что тупо не потащит. Вот. Но я думаю, немного потеряла, так сказать, игра. От того, что нет 4К, потому что, ну, видно, что она на самом деле... Ну, мне не нравится вообще жестко. Хуйня какая-то вообще. На самом деле, когда мне сказали, ну, тогда еще осенью, да, типа, сделать обзор, я так... Сказали, там несколько чуваков написали, типа... Я стал смотреть ролики, и, блядь... Мне они тогда еще не понравились, короче. Вот, ну и вот я сейчас, как бы, так сказать, реально своими глазами посмотрел, и, да, так и есть, в общем, какая-то херня. Вот, смотрите, вот графон, да, здесь, вот я где играл, тут даже можно другие стадии выбирать. Видимо, игра еще не вышла в продакшн, потому что в Steam она есть, но ее нельзя купить, то есть она там, знаете, как, ну, как не вышедшая игра. Правда, есть в Эпике она, в Эпик Лаунчере продается. Вот, но я бесплатный эдишн взял. То есть она такое ощущение, что она даже не вышла, блядь. Потому что непонятно, там вот можно выбирать миссии, да, там. И там они так называются по-стрёмному. То есть такое ощущение, что это, как бы вам сказать, ну, типа недоделанная хуйня. Вот. У нее здесь вот что не понравилось еще сильно. Волосы очень хуёвые, да. То есть игра, которая типа претендует на... графически пиздатую игру. У нее волосы, ну, тут вот приблизить нельзя. Короче, у нее очень стрёмные волосы, блять. Да и в целом она и ебальник что-то не очень, блять, и одежда не очень, блять. Ну и вот такие вот в основном интерьерчики, да, и что здесь видно, что ничего особенного, ничего такого, что типа рейтрейсинг. Ну понятно, где-то там отражение есть, да, вот. Вот, например, мы смотрим, там вот видите отражение вот в этих. Наверное, это отражение. Ну и как бы, да, отражение пиздато, блядь. Но... Ну и где тут игра, вот смотрите, вот плитка, да, тут тоже что-то типа отражений. А кроме этого-то ничего и нету, блядь. Дизайн уровней такой себе. Если есть какие-то деревца, то это все довольно-таки стрёмненько. Ну, я там видел просто одно дерево, и оно таким стрёмненьким было. А дизайн интерьеров, как видите, все угловатое, да, ничего круглого нету, все квадратненькое такое. Вот это вот ебучее под дерево вообще какое-то стрёмное, блядь, мне пиздец как не нравится вообще. И
Вот все-таки моделька тетки, да, вообще пиздец какая-то стрёмная, жесть просто. Ну вот смотрите, ну как это, ну вообще никак. То есть взять какой-нибудь РДР, да, метро, вот топы. И там, блядь, причем что в метро нету полного рейтрейсинга, там только тени, в РДР вообще рейтрейсинга нету. И там графон выглядит гораздо интереснее, вот. По геймплею тут вообще, блядь, полный ахтунг, это пиздец. Я вообще не понимаю, кто делает такие игры, вообще для чего. То есть какая-то ебучая параша. Ну тут с претензией на что-то эткое, да. Но по факту как бы хуета полная, потому что... ну, как бы типа похоже на то, что... Даже непонятно, куда, блядь, идти. Типа Half-Life, да, что-то такое, блядь. Но по факту какая-то ебень, блядь. Здесь можно какие-то всякие хуйни делать. Ну вот еще это в самом начале, типа, защищает еще не открыто. Я просто там загружал другие стадии. Там это были всякие возможности какие-то, блядь. Вот типа такого говна какого-то, блядь. Ну это что такое, блядь? Ну смотрите, ну хуй знает. Не выглядит это особо реалистично, прям, да, то есть. Рейтрейсинг-то говорили, когда рейтрейсинг будет, что он будет, блядь, ну типа. Реалистичная картинка. Ну, нихуя она не реалистичная. Но здесь еще разрешение, конечно, все равно разрешение поганит, что это всего лишь Full HD, или там 2К. 4К все-таки было бы гораздо четче, пиздаче. Вот, не знаю почему. Напишите в комментах, вы все знаете, карлики. Я погуглил, но что-то там не увидел такой проблемы, типа. То есть такое ощущение, что-то у меня может не то, блядь. Ну какие-то, видите, тухлые пострелушки, как бы, блядь. Перезарядка, блядь. Я так понял, здесь бесконечные патроны, блядь. Жизни падают, как в Думе, по-моему, такая же хуйня в Думе Интернале. Тоже жизни падают. Знаете, вот, то есть у тебя пули, это как бы главная проблема, это перезарядка. То есть они типа бесконечные, да, но просто долгая перезарядка, поэтому и все, как бы. Ну видите, да, он стоит как истукан, как бы. Плюс надо довольно-таки много выстрелов сделать, чтобы убить. Вот, мне это пиздец как не нравится, вообще дико. Ну смотрите, вот в целом обстановка, да, хуёво, блядь. Мне он, блядь, мне не нравится. Никакой рейтрейсинг, блядь, не спасает. Вообще, вот что это за хуйня? Вот здесь, видите, типа какие-то, блядь, трупы, блядь. Говно, блядь, ебучее. Это для кого вообще сделано? Для людей, которые сходят с ума или которые хотят сойти с ума? Блядь, вообще погано. И в третий раз я буду, может, еще 10 раз повторю. Фигурка тёлки пиздец стрёмная, блядь. Не реалистично. Видали, то есть, ну, ты пулей стреляешь, должна быть просто дырка, блядь, в лопухе, а тут, блядь, разваливается, как будто он из пенопласта сделан. Параша какая-то ебаная, блядь, и душная очень игра. Я вот поиграл, я еще до этого где-то полчаса поиграл, и, бля, вот такая духота постоянная. Блядь, я не знаю вообще, зачем это делают, такие игры. В ней нет ничего, в ней нет ни графики, в ней нет, блядь, ни сюжет какого-то нормального, какая-то хуета, блядь. В ней нет ничего, блядь. Ну чё, вот такие какие-то офисные помещения, да, унылые, блядь, которые еще и нереалистично выглядят. Какой-то красный пол, блядь. Все 52 FPS в 2К разрешение выдает, блядь, на 2080. Играть абсолютно неинтересно, блядь. Душно, нахуй. Вот, смотрите, да, это типа тоже, как это называется, RTX. А главное RTX это типа освещение. Не, ну и отражение, и вообще освещение, в принципе. И я тут не вижу ничего, блядь. Че это тут такое, блядь? Какой-то ебаный ужастик, блядь.
Непонятно, куда бежать, блядь. Продвигаться вглубь, блядь, бюро, ёпта. Центральный отдел, блядь, блядь, у меня мурашки аж пошли, ёпта, как это все. Хуйни, блядь. Не, ну, блядь, просто, блядь, вот неохота даже, блядь, вот... Тот случай, помните, у меня несколько раз такие обзоры были, когда я говорил, блядь, дальше просто неохота играть, я кончаю, да? Вот такая ситуация, блядь, просто неохота. Может быть, 4К резолюции не хватает, я вот наигрался, все-таки, блядь, игра, она все-таки в 4К, любая, в миллиард раз лучше выглядит. Но здесь все равно, мне кажется, даже 4К бы не помогло как-то здесь, блядь, все. Ни о чем. Ну, что такое, блядь, что за красно, как в Думе, блядь? Фонарик, где фонарик? Ничего не понятно, куда, блядь, идти, нахуй. Чё за чуваки, блядь, висят? Всё убого, блядь. Убогое говно какое-то, блядь. Карлик ща будут писать, ну ты ничего не понял, надо было пройти дальше, надо было поиграть хотя бы полчасика, блядь. На, нахуй, блядь, ёпта. Бля, я ебусь, сколько, блядь. Да пошли вы нахуй, бля, ёпты. Пиздец, блядь. Я ебал нахуй, блядь. Бля, у меня мурашки аж, блядь. Вот это все говна ебаного, блядь. Но мне это пиздец. Какие-то кубики, бля, как в Майнкрафте, блядь. Мне это напоминает, блядь, какой-то. Ну все, бля, сдохла, пизда, и выебали ее в очко, блядь. Сука, напоминает какой-то конструктор, понимаете? Конструктор, уровни какие-то. Вот как вот, блядь, не знаю даже. Вспомнить бы, что такое. Короче, блядь, чисто вот, ну что это за геймплей, блядь, какие-то бесконечные чуваки, которые еще, блядь, чтобы их убить, их надо, блядь, целую очередь с них выстрелить. Параша ебаная, блядь. Вот что это за кубики, бля, ебущие, а? Рейнджера второго хуёва, бля. На, ебал, бля, тебя в рот, бля. Ай, бледина, блядь, да пошли вы нахуй. Суки, блядь, душная игра, душная, блядь. Я понял, это босс какой-то ебаный, вот еще хуй выйдешь, блядь. Батин там кроет хорошенько. Так, я все собрал. Сука, бля, ебаный рот, бля. Почему у него автоматическое оружие, а у меня какой-то ебаный пистолет? Сука, ну что, все хорошо, бля, чмо, ебаная, бля. Не, нахуй. Вибан. Не, ну пиздец это, блядь, кто так игры создает, нахуй. Нахуй такое говно, блядь. Очистить точку контроля, блин. Пиздец, блин. Ебанутая игра, блин. Смотрите, блядь, типа, как ад был, да, в Думе, и типа ты, блядь, зачистил, ёпта. Блять, может было бы 4К, было бы чуть лучше. Ебать, смотрите, сквозь проходит. То есть сквозь эту хуйню не проходит, а вот сквозь эту хуйню проходит. С кем-то поговорить там. Talk
compromised agents. Параш ебучий. Ну смотрите, вот ебало, да, ну ни о чем, блядь. Волосы прежде всего поганые вообще. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Блять, люди на людей не похожи, нихуя, блин. И стуканчики какие-то, блин. Джесси, I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss, that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas. Своя опущенная анимация напоминает, блядь, Mass Effect. Вот эти диалоги как Mass Effect, прям, блин. And extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Shut up, bitch! I found his body. Body, body, everybody. The... Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. Блять, ну это вообще никак, блять, выглядит просто никак, нахуй. Вообще никакой реалистичности в помине нет. Просто какая-то, блять, PlayStation 1, нахуй. I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. Бля, можно пропустить это, не важно. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Не, ну посмотрите, да. Ну это же стуканчик, болванчик. Ну вообще, вообще, ну смотрите, что это, блядь. Вообще никак, блядь. Как будто Half-Life 1 какой-то, блядь. И да, мне вот сразу, кстати, напомнила эта игра, когда вот я, считаю, видосики первый раз смотрел. Тащит древнюю игру какую-то 2006 года, нахуй. Просто отвратительнейшая игра вообще. Кончила. Вагинальный оргазм. Didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them. I can't cleanse them. It was the thing. Ебать, тут долгие диалоги. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Ну не, ну понятно, эту сцену, блядь. Ну хуйня, ёпта. В метро каком-нибудь, в каком-нибудь Эрдере там, блядь, пиздачи чем. Войти в отдел связи, блядь. Где он этот отдел связи, блядь? Центральный исполнительный. Вообще нихуя непонятно, блядь. Придурки хоть бы подсвечивали, блядь. Ну, блядь, чё вообще, 2006 год, блядь. Чисто отражение прикрутили и всё.
Так, вот тут я был. Хуйзно сюда бегать. Я тоже был. Подсвечивали как-то, ёпт. Я тоже был. Что, блядь, вообще не в ту сторону бегу. Да я сейчас уже закончу просто, блядь. Ага, вот отсюда я начал же. Отвратительная игра, абсолютно просто, блядь, отвратительная. Ясно, бегал, сюда же прибежал. Войти в отдел связи, блядь. Офис центральный, исполнительный. Куда-то надо, блядь, бежать куда-то вот куда-нибудь туда вот. А, вот, даже подсвечено. Ясно. There it is again. A welcome message. Блять, ну параш ебучая, не игра, нахуй. Ну хули они, бля, ёпта. Я вам понял, где моя винтовка, блядь? Почему я могу взять у них винтовку-то, блядь? Че, как придурок буду с этим пистолетом бегать, что ли, блядь? Блять, с ума, по-моему, сойдешь, играя в эту игру. Ну, смотри, дерево, да? Стрёмное, ёпта. Во, какие кубики, бля. Кубики, рубики. Майнкрафт, бля. Майнкрафт, RTX, бля. Сука. Посидишь, играя в эту игру. Бля, ладно, в пизду, карлики. Я прекращаю, меня заебала эта игра, блядь. Какая-то ебанутая вообще. Покедова. Хм.